можно сказать, что, конечно, Юстин Вианч – это пример того, как незаурядные личные качества человека и незаурядные волевые качества могут создать человека из простой семьи, в которой он жил в Самтреде, в Грузии. Да, он поступил вначале в Харьковский университет. Представьте себе, после третьего курса, так сказать, после окончания гимназии, его знания французского языка позволили ему продолжить обучение в Женеве, которые пригодились ему в последующем, поэтому весь мировой опыт, он всегда знал все самое новое. И вот прошло время, те учреждения, в которых трудился Юстин Леонидович, это военно-медицинская академия, Первый Ленинградский медицинский институт, чтут это имя. Мы знаем, что это имя носит научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. Ну и 2 года назад, я не скрою, мне было очень приятно, что почетный гражданин нашего города, многолетний руководитель легендарных адмиралтейских верфей, да, профессор Владимир Леонидович Александров, сказал, что я хочу помочь укрепить связь между военно-морским флотом и Первым Ленинградским медицинским институтом в виде создания такого памятника этому выдающемуся хирургу. Дорогие друзья, уважаемый Сергей Федорович, действительно, мы сегодня присутствуем при большом важном событии. Это крайне важно и для студентов Первого медицинского университета, и для курсантов, да и для всех, для нас. Имя академика Джанелидзе – это святое имя среди медиков. Но так получилось, что судостроители всегда тесны с моряками, потому что мы строим корабли и суда, плаваем. И, естественно, вот такое содружество в течение многих веков, оно приводит к определенному положению вещей. Я думаю, что это естественное такое состояние, и мы рады, и будем поддерживать наши добрые отношения с медиками и военно-морского флота, и с медиками Первого института. Спасибо. Спасибо. Ученики продолжили возглавлять, продолжили учить наших будущих военно-морских врачей. Вклад Юстина Ульяновича настолько значим в развитии военно-морской хирургии, настолько оценен потомками, что сегодняшнее событие, я думаю, является ярким тому продолжением. И спасибо большое, Сергей Федорович, за то, что вы сделали такой исторический вклад. Наши курсанты знают, наши курсанты помнят, гордятся и стремятся не посрамить славу военной морской хирургии военно-медицинской академии. Спасибо за внимание. Thank you.